Я Ахмед, сын султана Мехмедхана и Хандан Султан. Я появился на свет спустя 24 года после смерти величайшего повелителя султана Сулеймана. Первые 5 безмятежных лет моей жизни прошли в Манисе, в любви и мире. А потом меня привезли в Стамбул, в столицу подлунного мира. В то время мой отец взошел на престол и стал правителем великого государства. Я был счастлив. Очень. Брат! Брат мой! Но счастье мое длилось недолго. Отец повелел нам подняться на башню справедливости. Все рассказы о счастливой жизни Шахзаде оказались ложью. Мы либо восходим на престол, либо нас казнят. В тот день я узнал. Когда Шахзаде наконец становится повелителем, он сразу же убивает своих братьев, дабы не допустить междоусобной смуты. Таков закон великого государства. Второе открытие потрясло меня еще сильнее. Даже многовековые законы не в силах испепелить ту любовь, которая исходит из глубин твоего сердца. Я клянусь тебе, брат. Если однажды я взойду на престол, то не поступлю так, как наш отец. Своих братьев я убивать не стану. Мне захотелось бежать. Но наш возлюбленный отец возжелал, чтобы мы увидели это своими собственными глазами. 19 гробов, словно лодки, плывущие по морским волнам. В ту ночь мое сердце сжалось от странного предчувствия. В тусклом мерцании свечей я почувствовал холодное дыхание ангела смерти Азраила, а слуги его облачились в одежды палачей. Мой отец, султан Мехмедхан, приказал казнить моего брата. И пусть разверзнется земля у меня под ногами. Я, Ахмед, в ту ночь узнал. Нет в мире боли сильнее, чем боль от потери родного брата. Три месяца прошли как в аду. Дожди больше не питали наш сад, птицы молчали, а алые розы зачахли. Все погрузилось во мрак. У меня возникло странное чувство, как будто Всевышний указывал мне на что-то важное. Шахзаде. Райхан ага. Мне приказано доставить вас к повелителю. Зачем повелитель позвал меня ночью? Это уловка, да? Он, видимо, хочет убить меня. Спаси меня великой милостью своей.
Шехзаде. София Султан. Ахмед. Наш мужественный лев. Мы должны сообщить, что повелитель, наш возлюбленный сын и твой отец, султан Мехмед-хан, покинул этот бренный мир и перешел в царство Аллаха. Станет твоим рассвет. И новый день тоже. С этой минуты славный трон династии Османов принадлежит только тебе. Султан Ахмед. Я взошел на престол. Нежданно-негаданно. Остров Кефалония, 1603 год. Как ты будешь это стирать? Очень просто. Смотри, все отстиралось. Этот вопрос я улажу. Не беспокойся. Все в порядке. Иди ко мне, красавица. Тяжелая. Адью. Мама, обними и приласкай скорей. Когда же я найду судьбу свою? Каждый день я слезы лью. Дочь свою ты пожалей. Мама, обними и приласкай скорей. Она топит и я мена. Она стеназо вемакус. Маргарита, реня му, Клео, де ме липасе, хайде калемана, агапаме ке мена, пуни калемана. Это ведь ненадолго. Я пробуду в Венеции всего несколько недель. Ну так возьми меня с собой, папа. Я не могу, ты нужна дома. Ты будешь заботиться о маме. И о маленькой сестренке. Решать наши дела. Я рассказывал тебе историю этой оливы. Раз сто, не меньше. Настя. Что ж, мне пора. Попрощаемся, милая. Помни, Анастасия, ты должна позаботиться о маме и о сестре. Анастасия! Настя! Подожди меня! Настя, что с тобой? Что случилось? Настя!
Ты купец, Энсо? Да, я. А вы кто? Что вам нужно от нас? Не бойся. У нас самые благие намерения. Где твоя дочь? Где Анастасия? Говори. Ее здесь нет. На прошлой неделе я отправил ее в Венецию. Умоляю, поверьте, ее нет в доме. Центр мира. А, негодяй! Отпусти ее! Пусти! Пусти! Фахрия, бесценная наша. Валиде. Госпожа, встань. Встань рядом с нами. И порадуйся за своего племянника. Столь молодых повелителей еще не бывало. Аллах не оставит его без своей помощи. Аминь. Дорогу! Султан Ахмед Хан Хазрет Лири! Примет Аллах его душу. Наш повелитель был еще молод. Сразу после казни покойного шахзаде Махмуда повелителю повстречался юродивый и сказал ему: «Не избежишь беды, что придет ровно через 56 дней. Вам решать, совпадение ли это». Но ровно через 56 дней повелитель предстал перед Аллахом и его небесным судом. «Почитай усопшего, Муса Челеби. Не сей смуту в момент, когда мы славим нового повелителя». Но смута возникает именно в такой момент, шейх Улислам эфенди. Разве вы не видите?
Власть перешла к совсем юному падишаху. Он даже через обрезание не прошел. Да не спошлет Аллах милость свою. Аминь. Свидетелями правления могущественного султана Сулейман-хана и его сына султана Селим-хана и его внука султана Мурад-хана. В слезах мы носили траур и оплакивали покойных. Мы видели, как правил наш сын Мехмед-хан, и с почестями проводили его в последний путь. Аллах простит усопшим все их грехи. Аминь. Аминь. Шахзаде. Мы с братом так давно не играли. Он не брат тебе, Мустафа. Отныне называй его повелителем. Зайдя на престол, ты совершишь почти невозможное. Наши древние законы гласят, тот, кому достается султанат, избавляется от всех своих братьев, дабы уберечь государство от смуты. Наступила новая эпоха, и даже звезды сменили свое положение. Султанат отныне принадлежит тебе. То дано тебе милостью Аллаха, но является испытанием. Да одарит Аллах тебя своей милостью, да не оставит тебя в трудную минуту. И да придаст он тебе здравомыслие и сил, чтобы даже в кромешной тьме ты преодолел препятствия, что возникнут на твоем пути. Да ниспошлет Всевышний мудрости и смелости и убережет от зла врагов с черным сердцем и их ядовитых интриг, что, заискивая и улыбаясь, станут гнусно плести они за твоей спиной. Закройте.
повелитель. Надеюсь, вы в полном здравии. Воды. Воды. Почему закрыли ворота? Почему Ахмед не выходит? Мы подождем. Мама, не сжимай меня так! Знайте, повелитель, вы тень самого Аллаха на грешной земле. Повелитель семи стихий и океанов, падишах трех континентов. Султан Ахмед Хан, наш правитель. Вы день, а мы ночь. Вы вода, а мы иссохшая земля. Вы славный лев, а мы трусливые ягнята. Настало время, повелитель, взойти, как солнце восходит над нашим миром, вспениться, как бурная горная река, и зарычать, как грозный царь всех зверей. Наследники династии крымских ханов, братья Шахингирей и Мехмедгирей. Сунулай эфенди. Третий визирь Лала Мехмед-паша. Повелитель уже и спросил фетву на казнь своего брата. Шейх Улислам эфенди знает ответ на этот вопрос. Правила известны. Когда-нибудь он это сделает. Шехзаде Мустафу казнят как брата повелителя. Так и будет. Это вовсе не блажь, это главный закон Шахингирей. Иначе наше великое государство охватит злая смута. Командующий флотом Джигализаде Синан Паша.
достается султанат, избавляется от всех своих братьев, дабы уберечь государство от смуты. Улеманда! Шейх Улислам эфенди, мои паши, подданные, я султан Ахмед Хан. Этот великий день моего восшествия на престол не запятнаю кровопролитием. Я никогда не приму брата убийства! И поэтому дарую жизнь Шехзаде Мустафе, моему единокровному брату! Здравствует повелитель! Да пребудет с ним сила! Да 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 здравствует повелитель! Да пребудет с ним сила! Смотри, кому достался трон, Мехмед. И это когда есть мы. Наследники Чингисхана, потомки великого и могущественного рода. Шахин, помолчи. За такие слова нас казнят. Кого казнят, а кого нет, на небесах все решено. Я раб Всевышнего. Так ты обучала нашего внука традициям династии. Повелитель должен молчать во время восшествия на престол. Простите, София Султан. Он еще так молод, разволновался. Клянусь, он обдумает свое решение и поступит так, как надо. Халиме, сейчас же возвращайся в свои покои. Да, Ахмед отказался от убийств. Я тоже против того, чтобы гибли столь малые дети. Но таковы законы государства, госпожа, по нашим традициям. Ты вздумала меня учить законам и традициям, Хандан? Речь идет о будущем нашей династии. Повелитель еще очень молод. Он пройдет обрезание. А потом он выберет самых красивых наложниц из гарема. И в тот день, когда одна из них подарит ему Шехзаде, будет отдан приказ, и его брата казнят. Это понятно? Жители города! Слушайте и не говорите, что не слышали! Наш повелитель султан Ахмед Хан взошел на престол! Что с нами теперь будет? Мальчишка! Как нам жить? И что теперь будет? Слушайте! Жаль, постарше не нашлось. Падишах наш не правил в Санджаке, это правда. Он неопытен, это так. Но сегодня он вынес такое смелое решение, что земля содрогнулась под ногами. Он даровал жизнь
Шейхзаде Мустафе, своему брату по крови! Благодаря его приказу мы больше не будем никого хоронить, а Шейхзаде перестанут жить в вечном страхе! Держите рот на замке. Никто не должен догадаться, что мы из дворца. Эй, принеси нам еще блюдо. Но, как знаешь, до следующего привала еды не будет. Когда мы уже приедем? До Стамбула далеко? Я вырву тебе язык, и ты станешь такой же, как Гюльге Хатун, поняла? Меня похитили! Помогите! Помогите! Он насильно меня увез! Спасите меня! Помогите же! Помогите! Он меня похитил! Что вы смотрите? Он меня увез! Спасите меня! Спасите меня! Спасите меня! Спасите меня! Отпусти меня! Я не пойду! Мне больно! Они из дворца! Он сказал, что никто не должен об этом узнать! Они из дворца! Уводи девчонку! Быстрее! Шагай дальше. Ты не слышал? Кто-то кричал. Thank you.
Я не причиню тебе вреда. Впереди отряд Иначар. Пойдемте. Туда. Исмаил, живее! Чары едут. Я Насухага, Кетхуда, помощник Валиде Сефия Султан. Командующий Экберчеву Шага. Куда вы направляетесь? Я везу в столицу важный подарок из Кефалонии. Вообще-то мы плыли на корабле, но поднялась сильная буря, и нам пришлось сойти на сушу. На нас разбойники Джалали напали. Ты тоже один из них? Ты турок? Нет. Я австриец, но я из их отряда. А до Кефалонии отсюда далеко? Из-за тебя погибли трое моих лучших людей. Нас самих едва не убили. Собирайтесь. Да и Дирны пойдем вместе с янычарами. Тебя как зовут? Андро. Сын Барамира из Граца. Хорошо. Экбер Чавуш, этот парень будет храбрым янычаром. Сразу видно. Да, Ялах. Привал окончен, пора отправляться. Прежде чем принять такое решение, нужно было посоветоваться. Он мой брат, Валиде. Законы и традиции Османской империи были написаны не вчера, сын мой. Они хранят в себе мудрость многих столетий. Гальперхатон, долго мне еще стоять? Снимите.
госпожа. Пойдемте. Отчего вы так взволнованы? Моему решению все рады. Дворец полон шакалов. А главное среди них — София Султан. Они не хотят, чтобы установленный ими порядок нарушался. Главное, чего хочет повелитель. Сила и власть у меня. Нужно сделать следующее, сынок. И тогда ты избавишься от недругов. Первое. Шахзаде Мустафу нужно немедленно казнить. Второе. София Султан следует отослать в старый дворец. И третье. Для продолжения собственного рода тебе нужен наследник. Госпожа. Муса Паша. Хвала Аллаху, наш мудрый повелитель помиловал Шахзаде. Отныне вам больше не нужно бояться. У Ахмеда доброе сердце. Брата он любит. Но Хандан ни перед чем не остановится, Паша. Она непременно переубедит своего сына. Уж лучше смерть, чем каждый день жить в страхе. Нам удалось выиграть время, госпожа. Для вас и Шахзаде Мустафы я обязательно найду безопасное место. У меня больше нет сил бояться. У нас есть два пути. Мы либо умрем, либо будем повелевать. Вы знаете, как поступить? Ты отправишься к бунтовщикам Джаляли, Мусапаша. Календер Оглу. Мое предложение его обрадует.